Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео по проекту Бонус AD Click. Этот проект из серии баб-поинтов, баб-монет. И я этот проект, наконец-таки, друзья, проверила на вывод. Все замечательно платит. Я выводила 2 доллара, минимум на вывод отсюда 2 доллара. Если мы сейчас история Винстра перейдем. И вот я $88 я ставила вчера на вывод. Только несколько часов назад не поступил вывод. Вывод обрабатывается в ручном режиме. Идем на почту. Вот, доллар 88 USD 29.07.2020 года. Перевод выполнен. Бонус AD Click. Видим. Все замечательно платит. Это было 7 часов назад. Только мне пришел вывод. Значит, здесь, друзья, можно, конечно, работать, зарабатывать, начинать без вложений, но вот, честно скажу, положа руку на сердце, я вам не советую. Потому что без вложений, это я пробовала работать без вложений и начинать, у меня ничего не получилось. Я не могу, это сначала баб-поинты набрать нужное количество, потом вот здесь у нас, подождите, нет. Вот здесь, если начинать без вложений, нужно для начала набрать 1600 баб-поинтов. Ну, попробуй ты их набери. Наберем мы эти 1600. Ну, появятся у нас денежные ссылки. Денежные ссылки появятся, будем просматривать. У нас высчитывают из денежных ссылок от баб-поинт определенное количество баб-монет высчитывают. Опять скатишься вниз, и опять уже будешь без вложений добирать эту 1600 поинтов. Это такая тягомотина, так что смотрите сами, надо вам этот проект или не надо. Вот. Так что без вложений здесь ничего не получается зарабатывать. Я рискнула, ну, что платит, так и платит. Вот здесь тоже отображается как бы вывод. Ну, а поэтому я вот, мне на данный момент 2 проекта вот этих. Я писала 20 июля видео, тоже я отсюда выводила, доллар 96 на данный момент платит. Как долго эти проекты работать я понятия не имею. Я не администратор, я такой же пользователь, как и все, и также хочу заработать денежку. Вот, да, заработать добро. Теперь я уже сюда вкладывать не буду, буду все вкладывать из заработанных денежных средств. Всем удачи, всем пока.